Ансамбль «Сет Контра» Україна. Сергій Вілка, Україна флейта, Дмитро Пашинський, кларнет, бас-кларнет, Дмитро Семенюк, перкусія, Віталій Кияниця, фортепіано, Назгуль Шукаєва, вокал, Мар'яна Скриба, скрипка, Жанна Марчинська, віолончель, Михаїл Менабдев, Грузія, Україна. Ансамбль «Сет Контра» Україна. Сергій Вілка, український флют, Дмитро Пашинський, український кларнет, Дмитро Семенко, український перкусія, Віталій Кияниця, український піано, Назгуль Шукаєва, український бас, Мар'яна Скрипа, український кларнет, Жанна Марчинська, віолончель, Михаїл Менабдев, Грузія, Україна, фантастика. Вы знаете, на самом деле, я не очень хорошо помню, что меня вдохновило, потому что на самом деле это было очень давно, это было 20 лет назад. Да, и сейчас я смотрю, вы знаете, совершенно другим новым взглядом на то, что я сделала раньше. И, в принципе, я довольна. Довольна тем, что, в общем, материал, как мне кажется, достаточно интересный, потому что он основан на фольклоре. А фольклор – это всегда интересно, это всегда свежо, это всегда, ну, не люблю это слово, но тем не менее, в тренде. То есть оно всегда как бы эмоционально достигает человека, да, и, может быть, души его и сердца. Тем более это сочинение как бы основано на интонациях украинских. И эти интонации как бы я преломляю через себя. Это мое понимание фольклора, в данном случае украинского фольклора. Сочинение так и называется «Фоніум», «Фольк». «Фольк» понятно, да? А «Фоніум» — это то, скажем так, звуковое пространство, звуковой спектр вокруг этого фольклора, который проходит как бы через меня. И я его уже представляю людям, публике, окружающему пространству. Ребята замечательные. Ну, как всегда, мои исполнители очень часто приезжают или из другой страны, или из другого города. И они молодцы, они очень много сделали для того, чтобы это сочинение прозвучало. Безусловно, если бы я была на репетициях, может быть, и что-то еще бы я добавила, потому что как композитор, как знаете, как всегда, композитору мало, он хочет еще что-то добавить, какую-то деталь, что-то усилить, что-то убрать. Но, тем не менее, они молодцы, они профессиональные ребята. Мало того, они не только прекрасные исполнители, я знаю, что они яркие, несколько человек из них молодые композиторы. И, безусловно, это им помогает понимать, видеть и слышать музыку изнутри, чужую музыку, ту, которую они представляют. Спасибо. Ну, чтобы не резать. А то много. Я хочу сказать прежде всего, что нигде, как на этом фестивале, я не чувствую того, как велик океан, который называется музыка. И если мы видим и слышим то, что создано много веков назад, и нам это известно, то особенно радостно заглядывать за горизонт, где еще не видны берега. И вот этот фестиваль всегда показывает безбрежность и открывает для всех любителей музыки и профессионалов вот эти необозримые просторы, где еще многое-многое предстоит открыть. Конечно, музыка есть и традиционная, есть сегодняшнего дня, есть музыка, обращенная вот в будущее. Я думаю, что вся музыка, которая звучит на этих фестивалях, я постоянно бываю на них, она как раз обращена в музыку, в будущее и показывает поиски композиторов. Я вам скажу, сегодня вот то, что мне уже удалось услышать, это все на высочайшем уровне. Кармела Цыпкаленко умеет отбирать репертуар, умеет отбирать авторов, исполнителей. Отрадно, что прозвучали произведения детских авторов. Причем здесь звучали такие имена, которые уже считаются в современной музыке, ну, классикой, там вот Гулёз. И надо сказать, что наши украинские композиторы и одесские в этом русле и ни в чем не уступают.
произведения все очень были высокого уровня, высокого исполнения. Дай Бог этому фестивалю продолжать свои творческие поиски и свои творческие свершения. А ваши произведения звучали когда-либо в рамках этого фестиваля? Нет, сейчас скажу вам. Дело в том, что я придерживаюсь более традиционного письма. Хотя есть и у меня произведения, которые и они изданы, написаны в более современной манере. Но, в принципе, я так отношу себя к традиционным композиторам, поэтому звучали на других фестивалях, и они издаются, произведения много, и за рубежом все. Но я с удовольствием всегда посещаю эти фестивали и радуюсь успехам и украинских, и одесских композиторов, и мирового композиторского сообщества. Я знала, кому подойти. Спасибо вам. Пожалуйста. Большое. Замечательно. Спасибо. Спасибо большое.